Силовой скандал. Заместитель начальника службы исполнения наказаний, пойманный на взятке, обвинил ФСБ в применении пыток. Лицо вниз, должность. Сотрудник Рогузин. Вроде начать отдела. Зам. А? Смотри, что отгорело. Так ты что, полк слышишь, что ли, уже? И сегодня же о задержании группы националистов, которые решили бороться с педофилами. Об этом и не только в 19:00.